2-3 элемента, и дом меняется полностью. Меняется не просто картина интерьера, меняется ваша жизнь. Мы живем на бегу, мы все время куда-то бежим, мы все время в каких-то проблемах. И думаем, что что-то должно наконец-то измениться. Да ничего вокруг не изменится. Измените свою обстановку дома. Это можно сделать с помощью текстиля вашими собственными руками. Встречайте, богемная роскошь. Комплект, который мы все ждали. Мы ждали, и что, у нас есть сюрприз с ценой? У нас есть сюрприз со скидкой, я бы сказала. 3900 рублей – это скидка. Цена – 3799 рублей. Но ведь это не просто покрывало, которое вы сейчас видите на экранах. Это целый набор. Набор «Богемная роскошь». Это действительно нотка роскоши в вашем интерьере. Давайте разбираться. Сегодня в наборе мы получаем вот это потрясающее покрывало, которое вы видите на экранах. Далее вы получаете две портьеры, два подхвата и дизайнерский тюль. Обратите внимание, это не просто белый тюль, к которому мы привыкли, к которому, честно говоря, немножко устали, да? Вы получаете дизайнерское решение. Две портьеры, два подхвата. Я сказала, давайте сначала знакомиться с покрывалом. С удовольствием. У нас еще и три цвета. Богемная роскошь. Это комплект из 6 элементов, с помощью которых вы сможете полностью преобразить обстановку в любой комнате. Он подходит и для гостиной, и для спальни. Давайте знакомиться с цветами. Начали мы с золотого цвета. Он украшает нашу кровать. Эффект сусального золота. Здесь мы видим с вами еще персиковый и голубой тона. Роскошный, благородный жаккард. Это очень красивая ткань, которая считается одной из самых красивых в мире. И украшает очень многие дворцы до сих пор. И самые красивые наряды. Поэтому ваш дом будет шикарным. В дворцовом стиле будем украшать интерьер. Это модно сегодня. Очень часто дизайнеры обращаются к этому. Целых 6 деталей в одном по одной цене. Основных 2 элемента – это, конечно, шторы, то есть это окно и центр комнаты. И вы без ремонта меняете обстановку вокруг. Легко, просто, без затрат и без каких-то серьезных вложений. Представляете, такие шторы на ваших окнах. Ну а в вашей спальне будет гармоничный интерьер, если еще и покрывало вы добавляете. Это целый набор по одной цене. 3799 рублей стоит абсолютно полный комплект. Ну плюс к этому комплекте еще и потрясающий тюль. Посмотрите, не просто белый, к которому мы привыкли, а с интересной задумкой от дизайнеров. Обязательно расскажу, сэкономьте сегодня 3900 рублей, почему бы и нет? А сделайте такой шаг и создайте новый интерьер. Правильно Юля говорит, все поменяется в вашей жизни. Абсолютно. Но все, потому что от того, как дома украшено, что вообще как устроено дома, меняется и наше ощущение, когда мы там находимся. Домой должно хотеться бежать, возвращаться. Зачем глотать слюнки и смотреть красивые журналы? У вас дома будет теперь так, как должно быть, практически как во дворце. Набор «Богемная роскошь» 6 в одном, готовое дизайнерское решение. И мы видим с вами покрывало в золотом цвете. Я просто честно хочу сказать, слушай, мне такое очень ощущение, красиво выполнен жаккард. Как будто он подсвечен изнутри, да, ощущение, как будто лампочки внутри. Действительно, ощущение, что есть какой-то свет, такой вот невероятный блеск и переливы. Это все с помощью того, с помощью чего достигается, с помощью нити. Жаккард плетут в несколько слоев, и поэтому получается объемный рельефный узор, шикарный, который говорит сам за себя. Когда у вас есть такая вещь, вам ничего уже никому не нужно доказывать, вы уже сразу покажете ваш изысканный вкус. Да, подчеркните изысканный вкус вашего дома, и все знакомые точно удивятся, как вам это удалось. А вы сэкономите еще и 3900 рублей прямо сейчас. Ну что ж, мне очень нравится это покрывало, мне нравится, что оно держит форму, бугров на кровати не видно. А потому что внутри есть наполнитель из синтепона, поэтому, конечно, здорово. Безупречно правильно выглядит кровать абсолютно. Это важно для каждой женщины, потому что это ощущение порядка, ощущение уюта, и что в вашей комнате все безупречно. Обратимся теперь к нашим окнам, глазам нашего дома. Пусть они засияют прямо сегодня. И опять же, мне очень нравится, что все дизайнеры предусмотрели. Ничего не нужно будет докупать. Тюль уже есть. Я начну с него, с вашего позволения, потому что Ариша обратила на него внимание. Он действительно необычный. Самые роскошные ткани дизайнера применили для создания своего шедевра, я не побоюсь этого слова. Потрясающая нитяная органза.
ткань, пронизанная нитью. Сколько здесь метров, Юль? Паутинка, я что-то... и посмотрите, какое огромное полотно. Не смогла найти концы. Шикарно, что не стали применять обычную вуаль, а именно собрали самые красивые ткани. Из такой органзы свадебные платья даже делают. Вот эта паутинка легкая, воздушная, ниточкой будто серебристой и золотой прошита. Потрясающая органза, которая сама-то по себе красавица. Она очень красиво преломляет солнечный свет. 3900 рублей ваша экономия сегодня. Представляете, какое счастье для каждой женщины создать такой интерьер у себя дома. Продолжаем знакомиться с цветами. Очень рада, что наше великолепное трио в таких приятных пастельных оттенках, потому что очень легко встраивать в любой абсолютно интерьер. Нет кричащих тонов, благородные, изысканные, спокойные перламутровые тона. Во-первых, это тренд. Перламутр вообще в этом году играет роль такого немаловажного украшения домов. И мне очень нравится, что пастельная гамма, вы с ней точно не прогадаете, то есть это беспроигрышный вариант. С этим разобрались. Я услышала из твоей речи, было бы дорого бы стоило на пошив такой комплект. Я тебе скажу, жаккард такого качества, настоящий двусторонний, мы с вами это видим, стоит метр погонный 2-2,5 тысячи рублей. Поэтому мы с вами, по сути, наряжаем комнату по цене 2 метров жаккардовой ткани. На долгие-долгие годы любуемся красотой жаккарда. Пока все любуются на роскошные вензеля в стиле барокко, мы с вами будем говорить о том, как пошито это покрывало. Здесь много элементов, о которых, я считаю, нужно обязательно сказать, потому что все-таки покрывало – вещь, которая используется активно. Мы садимся, ложимся. Это голубой цвет, кстати, вашему вниманию. Третий цвет, да. Так, смотрите, покрывало стеганое, да, я уже говорила. Оно, во-первых, обработано кантом очень хорошо. Контрастным, то есть это делает изделие законченным, и краешек никогда не осыпется, сколько бы вы ни стирали. Несмотря на то, что ткань использованы. Вроде бы с виду деликатный, на самом деле декоративный шелк на жаккарде. Отличное, практичное полотно, современное, выполненное на высокотехнологичном оборудовании, не боится огромного количества стирок. Плюс так отлично прошито. Больше 15 лет качество, которое просто действительно неизменно с годами, потому что жаккард не теряет своего лица вообще никогда. Нити не выцветают, они не боятся ни света солнышка, ни света вашей люстры. Ну, два акцента нужно для того, чтобы изменить интерьер. Это центр комнаты и это, конечно же, окошко. И мы до него добрались. Слушай, здорово. Мне очень нравится, вот вернусь к покрывалу, то, что оно объемное. Я сейчас мучаюсь со своим тонким покрывалом. Это создаст идеальную просто поверхность на вашей кровати. Ну что ж, вернемся к шторам. Это голубой цвет. Предложение третье. Напомню, что ваша экономия сегодня 3900 рублей. Ну, ты вот сказала, объемное покрывало, и принт тоже дает объем. Жаккард вообще уникальное плетение, многослойное, вот несколько нитей используется и сплетаются так, на таком сложном станке, который придуман был еще больше 200 лет назад. И до сих пор технология не менялась. Вот, возможно, из количества нитей здесь у нас с вами их 4. Нити золотые, нити приглушенные голубые, более насыщенные голубые, матовые и гладкие нити. И получается, посмотрите, какой шикарный объемный рельефный узор в стиле барокко. Просто очень красиво, конечно. Спальня, гостиная будет выглядеть статусно. Юль, для тех, кто только что присоединился, скажи, пожалуйста, как отличить настоящий жаккард от просто принта? Ой, это легко и просто сделать. Я говорила уже, что у жаккарда нет лица и изнанки. Мы с вами переворачиваем на другую сторону и понимаем, что с улицы окошко тоже будет выглядеть потрясающе. Смотрите, это настоящее золото на вашем окне.